Подпишись на Китунс, и пусть начнется бесконечное веселье. Скользкое привидение, часть первая. У тебя столько странных вещей. Смотрите, книга заклинаний. Ух ты! Давайте попробуем. Давайте. Это заклинание вызовет привидение. Привидение? Не слушайте ее. Заклинания не вызывают привидений. Заклинание? Как вызвать привидение? Что такое привидение? Существо, которое живет в замке, пугает людей и делает... Как скучно. Привидений не бывает. Пугать буду я. Не беспокойся, Лала. Я знаю, где выход. Заячья лапка, ухо медвежье, выйди из книги! Привидение! Что? Это Кали за нами приехала. Ну и ладно, заклинание все равно не работает. Привидение бывает только в кино. Привидение? Ну да. О нет, я снаружи. Привет, вы знаете, где я? Ну ладно, потерпи немного. Минутку. А, ты пришла помочь мне? Вот где я оставила платочки. Фу, какая гадость. Лала, нужно сделать уборку. Эй, не уходи. Ты меня слышишь? Ты меня видишь? Мне нужно вернуться. Если я останусь здесь дольше, чем на день, то исчезну навсегда. Соберись. Отлично. Эй, помоги мне. Доти, ты нас не напугаешь. Вообще-то я немного испугалась. По вкусу напоминала апельсин с клубникой. Эй, помогите. Доти. Бесполезно, меня не видно. Мне нужна книга. Да. Что здесь происходит? Не знаю. О, книга. Доти, хватит. Что? Что это с лампочками? А, разве это не ты? Я только пришла. Это не ты трясла куст? Нет. И не ты двигала коляску? Нет. Тогда, если это была не Доти и больше нет никого... Не сейчас, Лулу. Это должно быть привидение! Заклинание сработало? Нужно поймать привидение и вернуть его в книгу. Да! Но это настоящее привидение? Знать ничего не хочу о привидениях. А где Лэдди? Попалась! Гоняясь за привидением, я проголодалась. Дайте выйти. Стойте-ка. А это что? Похоже на слизь, как в доме у Лалы. Это... привидение! Столько слизи? И столько пыли? Мне чуточку страшно. Эта слизь такая гадкая. В свою книгу. В ней намного лучше. Что? Ты просто хочешь вернуться домой? Вы меня слышите? Ну да. Когда я держу книгу, вы меня слышите. Помогите мне. У меня всего день, чтобы вернуться в книгу. Иначе я исчезну. Бедное привидение. Мы не хотели тебя напугать. Правда? Мы поможем. Вот. Это мой мир. Лапка медвежья, заячье ухо! Нет, все наоборот! Смотри!
смотри, вот и книга нашлась. Давай отнесем ее девочкам. Привет! Эй, мы здесь! Она нас не видит! О, нет! Мы привидения! Продолжение следует. Привидение? У меня всего один день, чтобы вернуться в книгу. Лапками. Она нас не видит. Мы привидения. Скользкое привидение, часть вторая. Очистите разум и дышите. Выдох. Смотрите, вот они. Книга у них. Эй, мы здесь. Они нас не видят и не слышат. Придумала. Что за напасть? Надо ж так попасть. Джену, найдем место поспокойней. Они слишком сосредоточены. Это будет непросто. Придумала! За мной! Готова, как новенький. Спасибо огромное. Вы не видели девочек? Кони, Лею? Не видели. Когда я их видела, они искали привидения. Здорово! Вдруг с ними что-то случилось. Их зверушек тоже нигде нет. Привидений не бывает. Пойдем поищем девочек. Вон книга, хватаем. Еще чуть-чуть. Тина, пойдем куда-нибудь еще. Здесь я не могу сосредоточиться. Веселее. Если подумать, раз нас не видно, то мы можем делать, что захотим. Давай, Бруни, сосредоточься. Что происходит? Полет вверх тормашками? Ой, Бруни, твои полеты все безумнее. Леди, Лала, Кони, по моим расчетам они должны быть где-то здесь. Какая гадость! Это слизь от привидения. Идем по следу. Было бы весело, если бы они знали, что это мы. О, нет, время выходит. Если мы не заберем книгу, мы исчезнем! Мы хотим домой! Придумала! Нарисуем большую слезинку слизью. Слизь указывает на дом Лалы. Идем! Глубоко вдыхаем, концентрации не теряем. А это что? Постой-ка! Там еще слизь! Кому-то нужна помощь! Привет! Есть кто-нибудь дома? А вы что здесь делаете? Девочки прочли заклинание, чтобы помочь мне, но сами превратились в привидение. Они прошли через портал, чтобы забрать книгу, но не могут вернуться. У нас меньше часа, потом мы навсегда исчезнем. Только нет! Нужно их найти. Тина, что ты видишь? Подожди. Девочки погнались за привидением и исчезли. Повторяю, они исчезли. Это были они. Летим. Вы где? Подайте нам знак. Сюда. Они должны увидеть нас. Они здесь, там, где слизь. Я уверена, только мы их не видим. Но я придумала. В чем дело? Тревожный свист? Быстрее, посыпь блестками круг из слизи. С удовольствием. А вот обязательно было обсыпать нас блестками, Рози. Вот вы где. Но как мы вернем их обратно? Ой-ой, вы правда привидения. Быстрее, осталось
осталось несколько секунд. Вы должны повторить заклинание. Я хочу домой. Помогите мне. Заячья лапка, ухо медвежье. Отправляйся домой, привидение. Спасибо вам большое. Готово. Теперь тыква. Успокойся, я тебе помогу. Правее? Но немного. Что с тобой случилось? Вот так хорошо, я правильно целюсь. Куда мне бить? Ни слова не понимаю. Ты говоришь, как простуженный слон. О, что-то мне нехорошо. Что случилось? Начнется вечеринка. А, это же тыква-зомби! Помедленней, не бегай за своим хвостом. О, отлично, это Бонни. Что случилось? Ты застряла? Она не снимается. Пойдем на вечеринку, попросим помощи. Хотя тыква – это идеальный костюм на Хэллоуин. Ты точно не хочешь оставить его до завтра? Спасите! Монстр вернулся! Доти, если дать руку монстру, он ее откусит. Кажется, ты слегка преувеличиваешь. Вы куда? Это не монстр. Смотрите, монстр плачет. Давно это монстры начали плакать? Может, это и правда Бонни? Я вам это давно твержу. У нее голова в тыкве застряла. О, прости, что назвала тебя монстром. Я помогу тебе. Не так же! Так ей будет больно. Знаю, может, просто съесть тыкву. Сырую тыкву? Фу, ну и гадость. Нужно стащить ее всем вместе. Да! На счет три.
Раз, два, три. Давайте еще раз.